главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Кровавые гастролеры. В Киеве ограбили ювелирный магазин. Есть погибший. Что известно о преступниках? По второму кругу. Почему из-за недоработок Минздрава пациенты вынуждены заключать декларации с врачами второй раз? Напрасно уволили. Румыния на грани революции. В центре Бухареста после столкновений появились палатки. Президент готовит обращение. Что скажет? Третий не лишний. Популярный мессенджер может дать спецслужбам доступ к частной переписке. Чем это грозит? На Донбассе снова бьют тяжелые орудия. В районе Троицкого и Новозвановки боевики применили 82-й калибр. Возле Богдановки 120-й, а в Новотошковском дошло до 122-го. Противник пускает в ход бронетехнику и противотанковые ракетные комплексы. В общей сложности сегодня уже 14 обстрелов. Один боец ранен. Подробнее о ситуации расскажет наш военкор Ирина Баглай. Улица 80-х. Так ее окрестили сами жители, потому что остались на этой окраине Новгородского жить только старики. На саму улицу они не рискуют выходить, она простреливается с оккупированного пригорода Горловки. И этой ночью здесь рвались мины. От двора Пелагеи Константиновны только отъехала полиция. Все утро они осматривали место преступления и собирали доказательства обстрела мирных жителей. Ночью снаряд российских наемников попал в дом женщины. Ми ніколи не спимо до двох часов, це в нас і сна немає ніколи. Чому? Ну тому що стріляють, а ми боїмося, ми ховаємося. Взрив произошел в полпервого ночі. Я думала, що зараз розсипеться наша кухня і мене накриє тут. Только утром Пелагея Константиновна отважилась выйти во двор. Осмотрев дом, не сразу поняла, куда же попали. Осколки и остатки снаряда нашла на чердаке. Перевернула. И вот туда что попало? Вот здесь я пособирала вот такие, ну, фиговинки, как бы вам сказать. Вот металлические вот такие вот. Стреляли из самоделки, объяснили военные. К РПГ боевики прикрутили мину. Реактивный двигатель от него и нашла женщина. 82-ка перероблена с РПГ. Попала в будівлю, как видите. Дыра побило, потрушило. Вони просто-напросто кидают навісним. Куда? Дали туда и залетело. А началось все еще вечером. Назар как раз заступал на пост, когда возле него разорвалась мина. Мы с Витом сразу по окопу сюда подбегли на допомогу. Сразу бегли. И тут только такой звук, как в двигуна. Такий, фу-фу. Пішов и сразу так, метри, может, 10, сразу за нами. Вона впала, розірвалася вот там в окопі. Огонь боевики вели из нескольких точек. Було з двох точок, з лівого і з правого флангу. Я думаю, що в них була взаємодія, якийсь там радіозв'язок або якісь окремі сигнали оповіщення, по яким вони просто працювали. Поки з гранатометів розстрілювали вулицю, найомники одновременно намагалися подавити піхотинців шквальним огнем. Протистрілецької зброї, ДШК, ПКМ, стрілкотні. Ну, вчора два рази з РПГ. Так переважно. Ну і снайпер, що є, працює. Ну, але він міняє позицію. Куди вони стріляли, навіть не зрозуміло, що куди вони хотіли стріляти. Один там приход, другий там приход. Не точно, не ефективно не використовували. Этой же ночью боевики активизировались и на других участках фронта в районе оккупированной Горловки. Из минометов 82-го и 120-го калибра ударили по селам Южное, Зайцево, а также Майорску. Но вся эта канонада после адекватного ответа наших пехотинцев для оккупантов обернулась потерями. По данным источников из самой Горловки, четверо боевиков убиты и несколько тяжело ранены. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Украинское правительство продолжает переговоры с МВФ. Кредиторы планируют отправить в Киев очередную миссию. Визит запланирован на следующий месяц. В то же время вернуть старые кредиты Украина сможет благодаря новым траншам. Так считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings. По его данным, в этом году нашей стране нужно отдать около 2 миллиардов долларов внешних долгов. На миллиард больше в 2019-м. Рассчитаться с кредиторами самостоятельно Киев пока не может. Поэтому единственный выход, по мнению экспертов Fitch, это кредиты от МВФ. Кроме того, заем от фонда позволит привлечь в Украину дополнительные деньги, отмечают в правительстве. Важливо також те, що окрім безпосередньо підтримки МВФ, яка йде в резерви Національного банку, позитивне досягнення після цієї місії буде значити для нас відкрите фінансування від Світового банку та від макрофінансової допомоги Європейського Союзу. Тому, безумовно, ми в позитивному настрої очікуємо місію.
Напомню, что у МВФ есть целый ряд условий, после выполнения которых фонд готов предоставить очередной транш. Одно из них – это отмена моратория на продажу земли. Этот вопрос уже не один раз обсуждали в парламенте. Создание рынка земли из года в год откладывают. В оппозиционном блоке говорят, что сейчас не время продавать землю, ведь от этого могут пострадать в первую очередь украинские фермеры. В условиях, когда упала национальная валюта, когда засилие крупных агрохолдингов, фермеры просто чувствуют себя незащищенными. Просто что получится, если отменить мораторий? Приезжает крупный агрохолдинг, за бесценок, учитывая падение национальной валюты, скупает землю, выбрасывает всех за ворота, и как бы люди лишаются того, что у них есть, осталось последнее. Никто не против того, что должен быть рынок, но это должен быть рынок, который защищает фермера, собственников пая, который не позволяет потом эту землю перепрофилировать и кому-то еще перепродать. Вот этого боятся люди. Поэтому мораторий должен быть, пока общество не будет готово и не скажет «да», на таких условиях можно вводить этот рынок. А для этого должна быть очень серьезная подготовка и законодательно, и подготовка людей, чтобы они понимали, к чему все идет. Продавать не будут. Российский внешэкономбанк передумал расставаться со своим дочерним предприятием Проминвестбанком. Разговоры о том, что ситуация в финучреждении из-за санкций ухудшилась, звучала последние несколько месяцев. Впрочем, эту информацию опровергли в самом банке. Согласно официальным данным, в первом полугодии 2018-го сократили убытки почти в 12 раз до 400 миллионов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Днепре напали на инкассаторов. Они как раз собирали выручку в торговых точках, когда к ним внезапно подъехала машина с номерами «Свадьба». Из нее выскочили двое грабителей. Угрожая пистолетом, они отобрали 500 000 гривен и скрылись с места преступления. Инкассаторы попытались их догнать, но столкнулись с другой машиной. Сейчас в городе объявлен план-перехват. И еще одно дерзкое и кровавое ограбление уже в Киеве. Двое преступников вчера поздно вечером вломились в ювелирный магазин, убили охранника и похитили украшения драгоценных камней на 5 миллионов гривен. На все про все у них ушло всего несколько минут, после чего преступники скрылись. Полицейские нашли сожженный автомобиль с оружием и другими вещдоками. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом преступлении, сообщить в полицию. Нападники були не українцями, вони розмовляли між собою іноземною мовою. І чітко вони орієнтувалися в магазині, тому що зібрали виключно каміння та драгоцінні вироби з металу, які розташовувалися в одному місці магазину. Вони до нього готувалися і планували заздалегідь. Только подписали и теперь снова. Минздрав вынуждает почти 50 тысяч пациентов в Ивано-Франковской области заключать декларацию с семейными врачами во второй раз. Чиновники из министерства обвинили медиков в мошенничестве, якобы те накрутили количество договоров. Так ли это? Разбирались наши корреспонденты. За 15 дней почти 45 тысяч деклараций. Такие темпы работы Калужского центра первичной помощи привлекли внимание чиновников Минздрава. Они заподозрили обман и заявили, якобы центр накрутил количество деклараций в электронной системе. Начали проверку и нашли множество нарушений. Всі 44 тисячі декларацій, які там були укладені з використанням одного методу верифікації. Це підтвердження документами, як у всій Україні, натомість більшість декларацій були підтверджені шляхом СМС. В результаті всі декларації признали незаконними, але директор центру з таким рішенням не согласен. Говорить, все робив виключно в соответствии з указаннями Мінздрава. Ведь помимо СМС предусмотрений второй варіант підтвердження – відправити скан копії паспорта і ідентифікаційного кода пацієнта. Починають говорити, що це мало бути внесено на їхню думку, яка думка ніде не написана в нормативно-правових документах, що це має бути, ну там пише, що має два варіанти. Мы убрали цей, бо у нас є база. Подписывать декларации с пациентами, говорят медики, начали еще в январе. В подтверждение демонстрируют целые кипы документов. Це папки поскладані по буквах. Кожний
Оці всі декларації, ці всі люди у нас були, вони всі мають паперові декларації. Ось, прошу, будь ласка, я не показую вам оце, будь ласка, з підписом. Вона набрана ще вручну, бачите, нашими руками набрана і з підписом хворим, з підписом лікаря. Но, невзирая на эти доказательства, в Национальной службе здоровья настаивают, все декларации нужно заключить снова. Медики готовы, но оказалось, это не так просто. Система отказывается работать. У нас людей дуже багато в поліклініці, ми не можемо відправити жодної декларації. СМС-ки приходять, ми відправляємо, а вона напише нам, що збій системи. І це по цілій установі, це не то, що в мене. От того, що декларації прийдеться заключати заново, не в восторгі і пацієнти. А хто це таке закерував? Хто це? Так? Ну то хай міністерство відповідає. Хай міністра поставлять нормального, який би знав ситуацію, як люди живуть. Директор подозревает, все это делается специально. У мене є неузгодженість і неготовність структур, які проводять цю реформу, неготовність до проведення цієї реформи. В чому вона полягає? Перше, вона полягає у відсутності чіткої нормативно-правової бази, а друге – неготовності електронної системи. Есть еще одна довольно веская причина, уверен директор центра – лишить медучреждения дополнительного финансирования. Ведь по новым правилам Минздрав должен был перечислить центру по 370 гривен за каждого пациента. Выходит 16,5 миллионов в год. А расставаться с такими деньгами чиновники, видимо, не очень готовы, хотя сами это отрицают. Андрей Кравец, Жанна Дудчак, Зиновий Автанас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Украине нужно строить новые школы и детсады. Именно так можно решить проблему переполненных классов и нехватки мест в дошкольных заведениях, считает лидер радикальной партии Олег Ляшко. Примером может стать поселок Глеваха в Киевской области. На очереди в детсад здесь почти 1000 детей, а единственная школа переполнена. Но вскоре здесь появится начальная школа и детсад на 300 мест. Первые деньги, а это 5 миллионов гривен от правительства, уже получены. Для нас надзвичайно важливо, щоб у цьому чудовому селищі з'явилася нова школа, новий дитячий садок, щоб 900 дітей, які стоять в чергу на те, щоб потрапити в дитячий садок, щоб реалізувалась мрія їхніх батьків. 800 гривень по догляду за дитиною кожен місяць отримують гроші. Хіба це гроші? 800 гривень. На один день не хватить, якщо дитину більш-менш годувати. Тому дітей у чудовий дитячий садок, батьків на роботу з достойною зарплатою. Така має бути політика. Вернуть ребенка в семью требуют приемные родители мальчика из Крапивницкого. Сегодня они пришли на приемную в областную администрацию. Напомню, речь идет о годовалом малыше, которого облила кипятком воспитательница в детдоме. Как мальчик попал в приют и что именно там произошло, выясняла Елена Брынза. Эти фотографии журналистам показали приемные родители Марка Кабанюка. У годовалого ребенка ожоги лица, затылка и рук. Кипятком малыша облила воспитательница в областном доме ребенка. И, как утверждают приемные родители, пыталась это скрыть. Это было часов 5-6, это случилось вечером. Всем пересменка. Пока эта девушка, что заступила, ну, воспитательница, говорит, а что, говорит, с Марком? Говорит, он упал с горшка. Она говорит... Нет, он упал. Скажи, об ковер, она сказала. А, ну, упал. Она говорит, как это же? Говорит, то есть, ну делай что-нибудь. Она быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывая скорую помощь, садят в свою машину сына моего и везут в больницу. Привозят в больницу и оставляют. Больше недели мальчик провел в ожоговом отделении областной больницы. Это были и опеки, опеки обличчя, опеки там потилицы, там туди, куди потрапила горячая вода. Это были опеки другого ступеня. То, что сделала воспитательница в областном доме ребенка, называют досадным случаем. Ну, за понедбалість нашого сотрудника. Не відрегулювала воду і дитина отримала опік гарячою водою. Сотрудник зараз готується на звільнення. Сім'ї Кабанюков Марка віддала на воспитання дальня родственниця. Но сотрудники служби по ділам дітей заподозрили, що вони купили мальчика. Зараз діло розглядає суд. Якщо вони будуть визнані невинними, дитина буде повернута їм у родину. Але ви розумієте, що суд може тривати роками, може й 10 років пройти, дитина може й вирости за цей час. Я думаю, суд не буде тривати роками. После трагедии приемные родители обратились в полицию, там начали уголовное производство. Оббивают они пороги чиновничьих кабинетов. Сегодня пришли на прием в облгосадминистрацию. Да, я не биологическая мама. Но я его 9,5 месяцев, я его растила. Я ему больше, чем мама. Я его люблю как своего.
Я не позволю, чтобы ребенка обижали. Но чиновники говорят, пока идут судебные разбирательства, ничем помочь не могут. Поэтому из больницы Марк опять вернулся в дом ребенка. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Масштабная авария на трассе Борисполь-Днепр в Киевской области. Столкнулись сразу 5 автомобилей. Погибли 3 человека. Столько же сейчас в больнице. По данным полиции, один из водителей выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль, после чего машину виновника аварии отбросило на другие автомобили. Театральный протест. Коллектив театра имени Саксаганского в Белой Церкви заблокировал здание. Протестуют против назначения нового руководителя. По словам актеров, смену руководства пролоббировали в Киевском облсовете. Скандалы вокруг театра продолжаются уже 2-й год. В прошлом месяце предыдущего директора Вячеслава Ускова вынудили покинуть пост. После чего поднялась очередная волна протестов. Если Ускова не вернут на эту должность, театралы обещают начать бессрочную забастовку. Это те люди, которые со мной вместе здесь сделали этот театр. Я ж не один его делал. Говорят, вот там Усков такой хороший. Да не я хороший. Это тот коллектив, такая команда актеров, моих замов, администрации, цеха. Театр объявлял голодовку. 5 месяцев не получали зарплату. Это хотели, позорить коллектив с руководителем театра. Зараз іде процес розвалу нашої культури і нашого мистецтва. Намагаються забрати приміщення, намагаються використовувати трудові колективи в своїх політичних цілях. Ми будемо на комітеті з питань соціальної політики розглядати це питання. Ми збережемо театр, ми приберемо будь-які брудні політичні корумповані руки від питань призначення керівництва. Я буду боротися за те, щоб з своєї посади не був відставлений жоден талановитий керівник, якого підтримує колектив. Конец приватности в сети. Один из самых популярных в мире сервисов WhatsApp якобы готов дать спецслужбам доступ к переписке пользователей, пишет сегодня пресса. Если это правда, то для силовиков станут доступны сообщения 1,5 миллиардов человек. Дмитрий Анопченко в Вашингтоне выяснял детали. 65 миллионов сообщений каждый день, 1,5 миллиарда пользователей по всему миру, более 1 миллиард групп, в которых люди переписываются с близкими или бизнес-партнерами. Такова статистика одного из самых востребованных мессенджеров, который набрал обороты, гарантируя безопасность вашей переписки. Чтобы сообщения не прочли конкуренты, враги или спецслужбы, на WhatsApp переходили и политики, и крупные бизнесмены. Дескать, опасаться нечего, все ведь зашифровано. И вот сейчас в прессе появилась информация, якобы сквозное шифрование сообщений пользователей, благодаря которому месседжи никто не мог прочесть, кроме отправителя и получателя. С нового года будет прекращено, и спецслужбы легко получат доступ ко всей информации за многие годы. Пресса пишет, создатели мессенджера якобы вынуждены пойти на такой шаг по распоряжению компании Facebook, которая купила мессенджер. А у нее давние споры с силовиками. Те настаивают, мол, должны предотвращать действия террористов и людей с психическими отклонениями. Но не могут эффективно это делать, поскольку переписка зашифрована. А с 1 января такую возможность теперь вроде бы получат. Эта информация взволновала многих, заставив задуматься и о сохранности своих сообщений, и уже сейчас удалять диалоги, не предназначенные для посторонних глаз, чтобы понять, правда ли это, и эра приватности в интернете действительно заканчивается, или, как здесь принято говорить, фейк-ньюс, которых в последнее время много. Я сегодня с утра связался с пресс-службой WhatsApp, но там к моменту эфира не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, появившуюся в прессе. И остается надеяться, что или журналисты все же несколько преувеличивают, или что скорее Facebook в итоге одумается. Ведь интернет дает нам с вами шанс на приватность, и потерять ее в обмен на мнимую безопасность для многих слишком большая цена. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В Румынии не утихают антиправительственные протесты. На сегодня запланирована очередная акция. Демонстранты начинают разбивать палатки. Митингами охвачена не только столица, но и другие города. Главное требование – это отставка правительства. Больше деталей знает Елена Абрамович.
Попытка штурма госзданий, сопротивление полиции, слезоточивый газ и, как следствие, почти 500 пострадавших. Так закончился митинг в Бухаресте в пятницу. Но это не остановило, а только разъярило румын. И они снова вышли на акцию протеста. Я шокирован тем, что произошло в пятницу. Я был здесь. То, что случилось, придает нам решимости. Они живут в своих дорогих дворцах, построенных на коррупции и лжи, и считают, что мы нация, которая легко манипулировать. Но они ошибаются. Поводом для демонстрации послужило увольнение антикоррупционного прокурора Лауры Кавеши. За время работы на этом посту она инициировала более 1000 уголовных дел на коррупционеров всех уровней. В том числе и брата экс-президента, назначившего ее на занимаемую должность. Кавеши обвинили в незаконном прослушивании и отправили в отставку. Так не может продолжаться. Если эти протесты ни к чему не приведут, наша страна потеряна. Думаю, вся Румыния приедет в Бухарест на протест, чтобы мы наконец нашли людей, которые поведут нас вперед. Указ об увольнении антикоррупционного прокурора под давлением правящей партии президент Румынии подписал в четверг. И на следующий день 100 000 человек вышли на акцию протеста. Попытка штурма здания правительства оказалась безуспешной. Людей разогнала полиция. Министр внутренних дел заверил, правоохранители действовали в рамках закона. А президент, наоборот, осудил действия полиции сегодня вечером. Он должен обратиться к народу. Тем временем в Брюсселе на события в Румынии реагируют сдержанно. Еврокомиссия не желает вмешиваться. А председатель Совета ЕС, австрийский канцлер Курц, заявил, осуждает жестокие столкновения и ожидает от румынских властей исчерпывающих объяснений. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Количество погибших в результате взрыва на складе боеприпасов в сирийской провинции Идлиб выросло до 69 человек. Среди них не менее 17 детей. Арсенал в городе Сармада взлетел в воздух в субботу, но спасатели до сих пор разбирают завалы. На момент взрыва в здании, часть которого переоборудовали под склад, было много людей. Причина взрыва неизвестна. Большинство погибших – члены семей повстанцев. Они живут в Идлибе после изгнания из регионов, которые захватили правительственные войска. Идлиб – это единственный регион в Сирии, который до сих пор контролируют повстанцы. Победа или полный провал? Немецкие оппозиционеры критикуют правительство Ангелы Меркель за соглашение о возврате беженцев между Германией и Испанией и называют его смешным и неэффективным. Почему, знает Татьяна Лагунова. Переговоры с премьером Педро Санчесом и посещение национального парка в Андалузии. Визит в Испанию первый после выхода Ангелы Меркель из летнего отпуска. Главная тема – миграционный кризис и соглашение о возврате беженцев между немцами и испанцами, которое вступило в силу несколько дней назад. Важность этого соглашения в том, что оно демонстрирует, Германия и Испания хотят урегулировать миграционный кризис на европейском уровне, поэтому я его высоко оцениваю. И Испания не единственная страна, с которой мы заключаем подобные договоры. Сейчас идут интенсивные консультации с Грецией. Договоренность разрешает возвращать в Испанию беженцев, которые уже подали там прошение об убежище, но потом решили отправиться в Германию в течение 2 суток. И только если их остановят на австрийско-немецкой границе. Все хорошо, только бывает это крайне редко. Это либо шутка, либо имитация бурной деятельности, уже заявила оппозиция. И подкрепила свою скептическую оценку официальной статистикой, согласно которой за последние полгода попасть через Австрию в Германию пока не попытался ни один ранее зарегистрированный в Испании беженец. Обычно они добираются через Францию, так удобнее. А вот как раз на немецко-французской границе это соглашение о возврате беженцев не действует. Оппозиционеры уже попросили правительство объяснить, зачем оно заключило неэффективное соглашение. И посоветовали более тщательно поработать над аналогичными договорами с Грецией и Италией. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое бюро телеканала «Интер».
Чай вместо извинений. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свои слова о мусульманках в газете Daily Telegraph. Вместо этого угостил чаем журналистов, которые приехали к его дому. Напомню, ранее в газетной колонке Джонсон сравнил женщин в паранже с почтовыми ящиками и грабителями банков. По его мнению, мусульманки не должны ходить по европейскому городу в такой одежде. Теперь же он вышел к журналистам в домашней одежде, а в руках держал поднос с молоком и чаем. Сэр, вы собираетесь извиниться за ваши комментарии? Я хочу, чтобы вы выпили чашечку чая. Если я выпью чай, вы ответите на мой вопрос? Я тут исключительно с гуманитарной миссией. Вам работать целый день, и мне вас жаль. Мне нечего сказать по сути вопроса, кроме как предложить вам чаю. На почтовой площади не крестили Русь, а найденные там артефакты не уникальные. Так утверждают в Институте археологии. Ученые поделились подробностями раскопок на этом месте. Что обнаружили и будет ли на почтовой музей, узнавала Ксения Барвиненко. Заявление о том, что именно в этой части столичного подола происходило крещение Руси, специалисты Института археологии называют дилетантскими. Ведь там нашли материалы более поздних времен. Наиболее ранние на сегодняшний день материалы, которые там получены, датируются второй половиной XI века. Это была зафиксирована остатки усадьбы древнерусской. Более ранних слоев там не зафиксировано, под усадьбой уже был материковый горизонт, то есть не связан с жизнью человека. Летописи нам не позволяют говорить о том, что крещение происходило на почтовой площади, поскольку летопись достаточно лаконична здесь. Историки утверждают, определить, где именно состоялось крещение Руси, невозможно. Звідки галасливі громадські діячі взяли цю інформацію, мені невідомо. Про це місце немає жодних згадок в давніх джерелах. В літописі сказано, що киян хрестили на Дніпрі, але не зазначено, в якому саме з місці. Існують життя Володимира Святого, хрестителя Русі, де місце вказано інакше, річка Почайна. В деяких редакциях прив'язано навіть до споруд. Кроме того, археологи уверяют, речь о создании какого-либо музея на территории почтовой площади в столице не идет. Ксения Барвиненко, Сергей Еременко. Подробности. Телеканал Интер. Как в Испании едва не утонули гости музыкального фестиваля, чем 3D-принтеры могут помочь экологии и почему европейцы снимали на видео ночное небо. Об этом и не только далее в нашем обзоре. Более 300 человек получили травмы в результате обвала деревянной платформы на побережье Испании. Это произошло во время музыкального фестиваля в городе Вига. Платформа площадью 300 квадратных метров треснула и начала погружаться в море. Перепуганные люди стали прыгать в воду. Пострадавшим медики оказывали помощь на месте. Тяжело раненых доставили в больницу. Причины аварии еще выясняют. На столицу Японии обрушился мощный ураган. После ливня затопленными оказались несколько станций метро, а также некоторые магазины. Японские СМИ сообщают, шторм повредил линии электропередач, из-за чего несколько кварталов остались без электричества. Всего за один час выпало более 50 миллиметров осадков. Пожар в Калифорнии наносит ущерб не только природе. Несколько сотен семей во время вынужденной эвакуации не смогли забрать с собой домашних питомцев. Однако пожарные взяли ситуацию под контроль и спасли более 1000 животных. Сейчас все они находятся в приюте, некоторым оказали медицинскую помощь. А хозяева уже в ближайшие недели смогут приехать и забрать своих любимцев. В Нидерландах готовится к созданию необычного жилого комплекса. Все детали для домов будут созданы с помощью 3D-принтера. Автор проекта рассказывает, здания возведут из экологически чистых материалов, а своей прочностью не будут уступать бетонным домам. Реализовать проект собираются уже к началу 2020 года. Заботятся об окружающей среде не только в Нидерландах. В Германии заканчивается тестирование автомобилей, на крышах которых установлены солнечные батареи. Машине не требуется бензин, она использует только солнечную энергию. Кроме этого, сиденья выполнены из эко-кожи, а панель приборов сделана из переработанных пластиковых бутылок. В продажу автомобиль поступит уже в начале следующего года. Пользователи социальных сетей поделились захватывающим видео метеорного потока Персеиды, который могли наблюдать жители Земли в ночь на 13 августа. Лучше всего звездопад был виден в Финляндии, Германии и Греции. Такое астрономическое явление можно наблюдать ежегодно в середине августа. В это время года Земля проходит сквозь шлейф пылевых частиц. Самые мелкие из них попадают в земную атмосферу, в результате чего и образуется звездопад.
Больше новостей, как всегда, на нашем сайте podrobnosti.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.